Итак, Владимир Путин сегодня встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Говорили, в частности, о ситуации с выплатой заработной платы и перспективах развития туристической отрасли в регионе. А начали с вопросов внедрения цифрового вещания. Вот я смотрю, рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 110,3% да, за 9 месяцев. Да, мы выполняем все указы, которые нам предписано следить за МРОТом и чтобы у нас был рост зарплаты в бюджетной сфере. Мы последние изменения в бюджет сейчас приняли в ноябре. И на следующий год также заложили рост не менее 4,2% для того, чтобы заработная плата была не меньше МРОТа. А задолженность по заработной плате? Конечно. Задолженность у нас самая минимальная, которая у нас была. Сегодня она порядка 60 миллионов рублей, которые есть. Это по старым предприятиям, которые обанкротились, либо не работают. У нас процесс находится под контролем. И что касается бюджетников, то и остальных сфер, то у нас это стоит на особом контроле. А вот те, которые уже обанкротились, мы пытаемся ввести. По моим данным, речь идет не только о тех предприятиях, которые обанкротились, есть и действующие предприятия. Еще раз проверим все. Да, обязательно проверим. И для нас это, конечно, предмет особого контроля. Мы еженедельно после состояния правительства у нас проводится оперативное совещание, на котором у нас и служба занятости, и силовики докладывают. Посмотрите еще раз и с собственниками поработайте.